Знакомьтесь, Лон Вонг – предприниматель, бизнес-стратег, инвестор и разработчик программного обеспечения. Вонг изучал электротехнику в университете Нового Южного Уэльса, Австралия. Лон сначала работал инженером по автоматизации в Variuz. Позже он был исполнительным директором и сооснователем нескольких компаний, работающих в финансовой и интернет-сферах. В 2015 году Вонг основал Dragonfly FinTech – платформу для осуществления электронных платежей. Лон Вонг является президентом фонда NEM.